Смотри. 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 Друзья, всем привет! Вы на канале Сельчанка в Америке. У нас сегодня воскресенье, уже вечер. Сейчас Гена пойдет с собаками на прогулку, и Вандочка тоже пойдет. А я пойду там постелю переверну другой стороной. Тот матрас, подстилку ту такую, где они лежат. Мамочка с детишками. Вот курица павлинов бьет. О, вот это деловая колбаса. Снега нет у нас, слава богу. О! Еще. Ну. Павлинчики, вы поужинали уже, да? Красавцы мои. Такой красивый хвостик начинает уже вырастать у него. Ой, какие мы славные. Все, пошли по делам своим. Гуси еще купаются вовсю, им же не холодно. Стейк Гена Ванде понес, чтобы покушала. Сейчас стараемся ей мясом кормить. Мамулечку. Панас вышел. Панас, Рекс. Ванда себе такая спокойная, а тут, смотрите, землю под собой носит. Рекс, что ты такой красивый? Здесь что-нибудь... Да, хотел в ведрах вот что-нибудь похлебать, побежал. А Ванда сейчас дойдет вот до той горы, будет назад возвращаться, потому что за детьми очень она, очень-очень. Так что иду я, пока она ушла, чтобы там не мешала. Посмотрите на эту милоту маленькую, на этих комочков. Ну, спят. Значит, что? Значит, сытые. Лампа греет вот. Я немножко подняла, чтобы... Она сильно не жарила, не грела так, а то еще Ванду присмалит, мамулю. Такие красивые, но еще глазки закрытые. Просто булочки маленькие такие. И что-то, и каждый спит, и куда-то бежит, что-то снится или что им вот так. А вот этот совсем как человечек. Лег себе, смотрите, на бочок и спит. Так. Такие хорошенькие. Ой, можно смотреть вечно. Да, что-то поет во сне вот. Маленький бегемотик этот.
Поросятка. Да, что-то снится. Мне же сейчас их нужно всех пока на соломку положить. А здесь перевернуть другой стороной. Это внутрь. Как же сделать, когда дети вот так спят? Проснулась ясельная группа. Ой-ой-ой, разбудила. Разбудила комочка. Видите, они в кучку и засыпают. Я перевернула, и вот такое чистенькое. Оно такое мягкое. Но это оно будет до тех пор, пока они не начнут его грызть. Уже когда будут бегать, они же начинают все же грызть, собачульки, то тогда уже нужно будет или солому, или что. А пока маленькие, то на этом. Кнопочки мои, разбудила, переложила их. Да? Мамочку зовут. Все. Нашел свое место наверху. Все, перестали уже. Сейчас мамулька придет. Стейка Гена ей занес уже, она сразу влопала. Мне кажется, вот этот снизу, вот голова, самый большой бегемотик, колобок. Четыре девочки, друзья, и четыре мальчика, вроде бы. Скоро они уже будут глазки открывать. Вот в этого уже родинка видна на щеке, видите? Какая-то лапуля. И уже лапочка, видите, светленькая, коричневая такая. Уже темнеет, а мои дамочки вот здесь сели себе. И сидят. Это молоденькие рябушки мои. Такие красивые. Уже нужно идти спать. Быстренько, здесь нельзя ночевать. Куда? Куда, куда, куда? Давай, давай, давай. Давай, красавица. Те под елкой тоже вечеринку себе устроили, сидят, смотрите. Не думают. Уже темнеет, а они... Ну, быстренько. Быстренько спать. Я в тепличку, друзья, свою. Привет, гусеньки, привет. Ах, хорошие какие. Друзья, в каждом видео говорю, даже в Инстаграме.
Многие спрашивают, пишут, а как же потом их есть вы будете? Мы не будем их есть, они будут жить с нами. Да, это наши друзья. То сюда я в тепличку поставила сидушки всякие такие, попрятала. Кажется, маленькая столько поместилась хорошенько, что поместилась. Опа. Все, заходите спать. Пошли. Давайте. Ну. Ну что, Рекс, нагулялся, да? Я сыворотку принесла. Налила сюда. Ну, там и были такие со стола, что не съели. Что, Рексик, принесла тебе еды. Корм принесла. Вандочка где? Там вот. А, она уже там. Она уже там, видите, сидит. Смотрите, друзья, я купила капусты и хочу сейчас ее заквасить или кислую сделать, или как домашнюю попробовать. Здесь у меня 5 кочанов капусты. Мы говорили кочан капусты. Головка капусты, наверное, будет, да? Да, да, кочан капусты. То мне многие писали, спасибо огромное, что вот такая капуста не подойдет. Видите, она такая мягкая, очень вкусная. Что нужно твердые сорта. Вот. То у меня 3 маленькие вот такие, потому что, ну, не нашла я. И 2 вот таких твердой капусты. Твердого сорта. То я ее, ну, вместе, я думаю, получится. И мягкая, и твердая, и будет хорошо. Как я буду делать? Буду делать так, как научил меня мой отец. Рецепт от моего отца. Он там в себя в квартире так делает. Говорит, натирает в миску капусту и солит ее немного. И, ну, нужно пробовать, сколько хочешь, на вкус, чтобы не была слишком соленая. Так, чуточек только. Морковь можно. Я буду морковь, чтобы было красивенько. И переминать вот так хорошенько, ее давить руками. Сжимать и сжимать и сжимать до тех пор, пока... Ну, она должна выпустить свой сок, эта капуста. И когда она выпускает свой сок, он складывает в банку и тоже такой толченочкой ее давит, придавливает эту капусту в банке и оставляет ее. И она так... Ой, еще нужно мне перезвонить ему, спросить, крышкой накрывать, как там закручивать, не закрывать, резиновой, с железной. Так что сейчас я буду натирать. И посмотрим, что у нас получится. Я никогда не делала здесь в Америке эту капусту. Всегда покупала. А это что-то захотелось. Своей домашненькой капусточки. Все, потерла я капусту и морковь. Я хочу, чтобы была такая с морковкой. Вкусно. Я еще помню, мне кажется, добавляют сухой укроп. Семена укропа. Семена, самые такие зернышки. Но я не буду добавлять, я не люблю все зернышки такие. Здесь у меня 5 кочанов, то я добавлю 5 столовых ложек соли. И сейчас хорошенько ее буду давить. Да, вот так буду давить, чтобы она пустила свой сок. И оставлю в этой миске, накрою крышкой, если найду такую большую. И нужно какой-то пресс нам будет сюда. Ну, вот эту поставлю. Кастрюлю с молоком мы поставим, да? И чтобы стояла 2 дня вот так здесь на кухне. А затем в банке. Но пускай стоит. Я завтра заеду, и мне нужно купить такую баночку, какую-то канистрочку, бочечку, пластмассовую, пластиковую, потому что мы хотели деревянный, но они очень дорогие. На 2 галлона $200, да? Те, что показывают, угу. Да. Очень дорогие, а мне она уже сейчас, то я такую... Ну, что-то заеду в магазин и что-то найду. И будет у нас капусточка, посмотрим, какая. Так что... Сейчас я ее буду переминать. Смотрите, как стало мало капусты. Потому что я ее всю хорошенько передавила. И вот уже у нас пошла ее рапа.
собственный сок капусты и моркови. И сейчас, а может быть поменьше миску, зачем мне такая большая, она здесь будет только место занимать, да. Нужно поменьше взять. Зачем такое на кухне вот здоровенное. И сделаем пресс, и пускай стоит. Будет у нас капусточка и запеченная картошка зимой в духовке. И с кислой капустой, это просто объедение, смотрите. Какая краска замечательная, да? Натуральная морковка. А какой красивый цвет делает. Да. Добавила 5 столовых ложек соли. Все. Оставляю так. О, нет. Вот, переложила я в миску поменьше. Видите, какая маленькая. Туда положила крышку и вот поставил Гена. Здесь я буду делать снова творог. Такой пресс. Нет у меня никакого кирпичика. Ничего такого тяжелого нету. Надо будет что-то найти где-то. Купить в Гудвилле, может быть, какая-нибудь гира будет или что. Тяжелая такая, чтобы был всегда у меня такой пресс. И смотрите, сколько там уже. Вот видите, капусточка. Сколько сока она опустила. Так что пускай стоит. Посмотрим уже завтра ее утром, что и как она будет. Все. Всем, друзья, спасибо за просмотр и всем пока-пока.